Дорогие друзья, многие считают, что сердечно-сосудистую и дыхательные системы можно тренировать только с помощью велотренажера или беговой дорожки. В крайнем случае – ходьбой, бегом, плаванием. Однако выносливость можно тренировать и другим способом – непрерывным, то есть без пауз для отдыха, выполнением определенного комплекса упражнений, задействовавшего в работу большие группы крупных мышц и суставов. Для выполнения предлагаемого комплекса потребуется стул со спинкой, который есть в каждом кабинете. Наклонить туловище под 45 градусов, потянувшись подбородком вперед из положения сидя на стуле, руки на бедрах, вдох. Поднять туловище, облокотившись о спинку стула, не запрокидывая головы, прогнувшись в пояснице, выдох. И раз, два, три, четыре. Руки, согнутые в локтях, опираются за спиной о спинку стула, ладони в вертикальном положении. Разогнуть локти, опираясь ладонями, наклонив туловище вперед, сведя лопатки и потянувшись подбородком вперед, вдох. Вернуться в исходное положение, облокотившись о спинку стула, слегка приподнимая подбородок вверх, выдох. Раз, два, три, четыре. Одна рука за спиной держится за боковую поверхность сиденья, другая рука вверху. Наклонить туловище в сторону, вдох, вернуться в исходное положение, выдох. Раз, два. Повторить другой рукой. Три, четыре. Ноги расставлены, руки на бедрах. Повернуть туловище в сторону, положив локоть согнутой руки на спинку стула, прогнувшись в пояснице. Вдох. Вернуться в исходное положение. Выдох. Раз. Два. Повторить другую сторону. Три. Четыре. Ноги вместе, руки на бедрах. Отвести ногу, согнутую в колени, в сторону, прогнувшись в пояснице. Вдох. Вернуться в исходное положение. Выдох. Раз. Два. Повторить другую сторону. Три. Четыре. Ноги вместе, кисти у плеч. Поднять руку, согнутую в локте, за голову. Вдох. Вернуться в исходное положение. Выдох. Раз. Два. Повторить другой рукой. Три. Четыре. Ноги вместе, кисти у плеч. Поднять одновременно обе руки, согнутые в локтях за голову, вдох, вернуться в исходное положение, выдох. Раз, два, три, четыре. Ноги слегка расставлены, кисти у плеч. Наклонить туловище вниз, в сторону, касаясь локтем разноименного колена, вдох, вернуться в исходное положение, выдох. Раз, два. Повторить другую сторону. Три, четыре. Ноги расставлены, кисти у плеч. Наклонить туловище вниз, касаясь локтем одноименного колена, вдох, вернуться в исходное положение, выдох. Раз, два. Повторить другую сторону. Три, четыре. Ноги расставлены, руки внизу. Поднять руки вверх, ладонями вперед, вдох. Опустить руки через стороны вниз, выдох. Раз, два, три, четыре. Если вы только приступили к физкультурным занятиям, начните с 4-6 повторов каждого упражнения, постепенно доведя до 10, сначала 2-3 раза в неделю, со временем переходя на ежедневные занятия. Чередуйте работу с отдыхом и будьте здоровы!